Вероятно, авария произошла в считанные секунды. Некоторые из участников ДТП успели услышать лишь скрежет металла. Столкнувшись на трамвайных путях, Toyota и Kia разлетелись в разные стороны, при этом цепляя и другие машины. Такой грохот слышали. И потом начал их мотать, крутить. Ну, видите, куда улетел? Вон же. Водители иномарок не признавали свою вину. Каждый из них утверждал, что двигался по своей полосе и никак не мог избежать столкновения. Не исключено, что не последнюю роль в ДТП сыграла и скорость обоих автомобилей. Подтверждает это и то, что автомобиль Kia остановился на значительном расстоянии от места аварии. А почему вы не тормозили, не ушли от столкновения? С ним? Да. Потому что я на своей полосе ехал. Он не на своей. Для меня просто это секунды были, то есть я эту машину не видел, ничего. Возможно такое, что она просто вылетела и у меня произошел с ней, ну, удар, короче. Меня спустило колесо, я еще 150 метров просто, ну, не оттащил. По мнению сотрудников ГАИ, в аварии могут быть признаны виновными оба водителя. Ни для кого не секрет, что выезд на трамвайные пути всегда определенный риск. Они, похоже, вдвоем боковой интервал не выдержали между собой, друг друга задели и начал того крутить, на диск туда выкинуло. И этого крутить начал, потому что сначала газель, потом поддел.